40-я школа сегодня на несколько часов стала самой большой по численности учащихся. На ее базе прошел один из этапов отбора на финал областной спартакиады допризывной молодежи. Посвящена она памяти героя Советского Союза Александра Опарина. Этой осенью определится уже 28-й ее победитель. Роман Четверяков убедился, что школы города собираются всерьез претендовать на это почетное звание. На финале спартакиады у областного центра всегда бывают шансы на победу. Город выставляет 4 команды от каждого из районов. По уровню подготовки они идут примерно вровень. Явный фаворит едва заметен и на предварительном этапе. В одном только Ленинском районе на него заявились 17 школьных коллективов. Это позволяет провести пробу сил молодым ребятам, посмотреть, каков уровень их подготовки. Сюда входит сразу несколько видов, упражнений. Особых новшеств в спартакиаде не бывает. За основу берутся те виды, которые пригодятся юношам в армии. Здесь есть классическая сборка, разборка автомата, стрельба из пневматической винтовки, подтягивание и метание гранаты. На финале этот набор дополнит бег на 3 километра и военизированная эстафета. Но это еще у ребят впереди. Сейчас главным было выложиться по полной. Разминочный курс молодого бойца они прошли под началом учителей физкультуры и ОБЖ. Исследуем сердечно-сосудистую систему, а потом уже вес, рост, а потом уже все виды, 100 метров, подтягивание, все будут сдавать. И такие тесты, испытания, короче говоря, кто есть кто. В плане подготовки больше повезло 10-классникам кировских школ. Они впервые на себе ощутили, что такое военно-учебные сборы. Они были 4-дневные. И там сначала была подготовка по стрельбе, сборка-разборка, бег, метание, ОЗК, а потом все это только в зачет шло. Результаты отправились в военкомат, в лицей. По словам организаторов, спартакиада служит хорошим уроком для призывников. Многие участники, уходя в армию, получают в последующем за службу и за физическую форму только лестные отзывы от командиров. Но прежде нужно заслужить высокие оценки от судей. Областной финал спартакиады допризывной молодежи состоится на следующей неделе с 19 по 21 сентября. Роман Четверяков, Игорь Охотников, Вести Киров.